Друзья мои, теперь выполняю просьбу подписчиков. Так, просьба номер один. У меня почему-то спрашивают, какой у меня уровень воды в колодце. Причем несколько раз. Так, я сейчас вот покажу. Уж не знаю, зачем это нужно, но ладно, если людям интересно, давайте посмотрим. Так, о, ну, кстати, вы знаете что? Я ожидал, что уровень будет выше у колодца. Ну, то есть, смотрите, вот первое кольцо, да? Я думал, что где-то там чуть ниже вода будет первого кольца, а она почти на уровне уже второго кольца опустилась. И там у меня еще три кольца с водой. Так что, в общем, уровень вот такой, получается, где-то на метр, наверное, ниже, может, чуть меньше метра, чем вот земля участка. То тогда, если посмотреть, ну, канавка моя пока вот она с водой находится. Ну, конечно, если сейчас такая жара еще постоит недельку, а она постоит, как я понял, уровень воды будет гораздо ниже. Ну, вот здесь он может, она вообще испарится. Так, теперь смотрите, просьба номер два. Заглушки. Я в этот раз заглушки купил другие для забора. Здесь вот это 40 на 60 заглушка. То есть у меня до этого было 30 на 60. Теперь 40 на 60. 30 на 60, вот посмотрите. Вот, видите? Там, ну то есть она неплотно закрывает. Вот эти 40 на 60 мы сейчас посмотрим. Я боюсь, что она вообще не влезет. Ну, сейчас посмотрим. Какой-нибудь пустой, да, вот мы возьмем вот этот вот пустой, вот этот вот, и вот так вот поставим. Ну, знаете что, мне кажется, она влазит. Да, блин, она влазит, это как бы хорошо и плохо, но хорошо то, что вот эти у меня полностью закрывают, а плохо то, что, получается, вот те я тупанул и взял заглушки, которые меньше размером. Нужно будет чем-то мне там или промазывать, или еще что-то, жалко их тоже все снимать. У меня вот таких вот сейчас 10 штук заглушек. Ну, я сейчас не буду плотно, мне неудобно вставлять. Но вот эти оставшиеся лаги, я тогда сейчас их навставляю все. И что у меня останется, я не знаю, может быть, тебе попробовать вытащить аккуратно и вставить из тех, что у меня есть. Ну, в общем, вот с заглушками, получается, сюда вот нужно 40 на 60. Чуть-чуть я неправильно замерил, но видите, но вот эти вот хорошо сейчас у меня войдут. Сейчас я их все туда вставлю. Ну, я вам уже это не буду показывать. Ну, в общем, вставляю тогда их все. Вот видите, облепиха у меня тут выросла.